Ladies and gentlemen, it's a showtime! Spock, Steve, Fox, Банк, Європейський. А сейчас клиент-ориентированные менеджеры из лучшего банка Калининграда исполнит для вас европейское танго. Европейский. Может просто достать. Вот так было и с Димом. В тот вечер он, как и я, сидел в круассане. Я попивала капучино, а он возился со своим ноутбуком. И тут чпок, чпок, чпок. Он вставлял свой USB-модем, а ноутбук выдавал ошибку. Чпок, чпок, чпок. Боже, как плохо загружается чужой интернет-банк. Снова и снова я не выдержала. Подошла к нему и оплатила эти его проклятые 500 рублей со своего планшетника. С утра Дима открыл счет у нас. И больше никакого чпок. Он сам нарвался, он сам нарвался. И в этом нашей нет вины. Но будь вы сами на нашем месте. Вы поступили бы так, как мы. Мой сосед. И знаете, он страшно консервативен. Хранит деньги в банке, где очереди, нервные старушки и бла-бла-бла. Ему не нравится. Но он продолжает хранить деньги там. Вы спросите, зачем? А он привык. Кому нужны такие привычки? Как-то раз ему надо было где-то хранить большую сумму. Тот банк не смог предоставить ему ячейку, так как все арендовал ЗЕС. И тут я сделал далеко идущий шаг. Слушай, а возьми сейф в моем банке. Теперь я на свой персональный финансовый консультант, сейф и выгодный депозит. И никаких дурных привычек. Загнать кого угодно в тупик. Так случилось и с Джонни. Он страстно хотел сделать свой завод лучшим в мире и непременно попасть в Forbes. Но он был молод, и многие банки ему отказывали. Правда в том, что они ничего не знали о Джонни. Он был горяч и экспрессивен. И он решился на крайний шаг – ограбление. Он выбрал банк в тихом районе, оделся во все черное и шел на дело. Ему, конечно, шло черное, но совсем не шло быть грабителем. На его счастье, я прогуливалась рядом со своей собакой и задержала его. Да, я его задержала и предложила решение проще – кредит у нас. И что? Джонни, уважаемый промышленник, и да, его портрет на обложке Forbes. Я возвращалась с обедом, когда мы с Марком впервые встретились. Он стоял на остановке, и я проходила мимо. Он улыбнулся и произнес «Привет». Он был довольно интересным, мы поболтали. На следующий день он встречал меня с работы. Но я не увидела его машины, а была в легком пальто и не собиралась мерзнуть на остановке. Да, он еще не накопил на свою мечту. Может, автокредит? Sound, 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 sound.
что ты хочешь, потому что ты хочешь.